Вспышки молний то и дело освещали путь в мерцающей грозовой темноте. Оглушенный водитель мчится по дороге уже долгое время, возвращая тела сталкеров, к которым зона потеряла свое терпение. Внезапно яркая вспышка света ударяет в грузовик. Здесь путешествие мертвецов и закончится. Со временем гроза закончится. Человек в спешке приближается к обломкам. О грузовике смерти он знает. Сбавив скорость, он ненадолго застыл на месте. Он никогда не мог привыкнуть к облику смерти, невзирая на то, сколько раз он его уже видел. Он осматривает тела. Сначала одно, затем второе, за ним третье. Вдруг, в попытке встать, одно из тел шевелится, открывая глаза с пустым, бессмысленным взглядом, явно отказываясь быть в числе тех, кто отправился на тот свет. Этот, похоже, живой. Счастливчик. Хотя кто знает, что для тебя лучше. Посмотрим, сколько за тебя отвалят. Незнакомец подбирает тело, перебрасывает через плечо и уносит к местному торговцу. Башка кружится. Где я? Ты кто такой? Ты в моем бункере. Я Сидорович, торговец местный. 3 дня назад молния шарахнула в грузовик смерти, и мы нашли тебя среди его обломков. В живых остался только ты. Остальным повезло меньше. Я ни черта не помню, что еще за грузовик смерти и почему выжил только я. Короче, меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду. Выполнишь для меня пару заданий, и мы в расчете. Заодно посмотрим, как быстро у тебя башка после амнезии прояснится. А по твоей теме постараюсь разузнать. Хрен знает, на кой ляд тебе этот стрелок сдался, но я в чужие дела не лезу. Если хочешь убить, значит, есть за что. Вернулся?
будь очень осторожен вблизи аномалии. Как только слышишь сигнал детектора, бери болт и кидай перед собой. Теперь иди и принеси мне тот артефакт. Есть что-то, стоп. Удачные ходы, сталкер.
что притащил? Мужики, я к вам посылаю человека. Действуйте по обстоятельствам. Если сочтете нужным, атакуйте. Прием. Хорошо, Волк, присылай. Только пусть не мельтешит здесь. Конец связи. Аномалии. Не пьющий и не курящий сталкер. Приманивается на запах молочка или манной каши. Способ дистанционного обнаружения. На расстоянии 200 метров от объекта счетчик Гейгера зашкаливает. Хорош уже, комик. Начали думать, что ты сгинул в аномалии, пес. Признаюсь, я разочарован. Я не доставлю тебе такой радости. В любом случае. Товар у тебя? Да, вот здесь. У меня от него кровь стынет в жилах, так что держи его в контейнере. Ты доставишь его клиенту, как мы договаривались. И наш контакт заплатит тебе, когда мы получим подтверждение. Вопросы? Нет. Учитывая клиента, я буду быстр. Он нетерпелив, как бешеный пес. Интересно, что бы он сказал, услышав это от тебя? Оставим подробности. До встречи. Что за...
внедрила! Хрен! Вали! Вали его!
Спасибо, Чио!